Коми – один из немногих регионов страны, где не происходит конфликтов на межэтнической почве. К такому выводу пришли участники круглого стола, где обсуждались вопросы освещения таких отношений. В эти дни в регионе работает большая журналистская делегация с представителями Москвы, Томска, Воронежа, Ростова и Дагестана. Для того, чтобы, цитата, увидеть и прочувствовать национальную жизнь. Специализируются приезжие репортеры именно на освещении межэтнических вопросов. Прямо из аэропорта они направились на Олимпиаду в Каркировский район. Некоторые гости там даже впервые в жизни встали на лямпы. Дальше по программе мастерская Светланы Туровой, село Ыб, Финно-Угорский культурный центр, Дом дружбы народов. В общем, не скучно. Наши СМИ, но очень такое, очень прицельное внимание уделяют этому вопросу. Вот именно межнациональным отношениям, вообще как бы, да, многообразию культур народов, которые в нашей республике проживают. Поэтому, в общем-то, я думаю, что просто этой работы не бывает много. Вот, поэтому любые другие позиции, направления, которые возникнут даже во время сегодняшнего обсуждения, они, в общем-то, не будут, конечно же, лишними. То есть совершенству нет предела. Кроме обмена опытом и обсуждения важных нюансов освещения межэтнической проблематики, есть и важная задача. Пресс-тур, по словам организаторов, должен укрепить статус Коми в российском медиапространстве как региона с богатым наследием и туристическим потенциалом. Ведь результатом экспедиции становятся материалы федеральных и региональных СМИ.